на проекте ТВ-Шанс «Талантливые дети». Вот такая красивая участница. Представься, пожалуйста, привет. Здравствуйте, меня зовут Виктория Хацкевич, мне 7 лет. Ты у нас поешь, танцуешь? И пою, и танцую, но только у вас я сегодня не танцую, но пою. А может быть, откроешь нам завесу тайны и расскажешь, что сегодня будешь исполнять? Я буду исполнять «Человека-чудака». Здорово. Расскажи, что, чем ты занимаешься в свободное от школы время? Ну, хожу, гуляю, ездю куда-нибудь с папой, с мамой. Здорово. Скажи, а есть у тебя кумир? Кто-нибудь тебе, может быть, нравится, как поет или как танцует? Ну, есть, конечно, но я еще не очень уверена, что это он. Может быть, мне другой понравится. Но у меня много есть кумиров. Понятно. Расскажи, а может быть, ты ходишь в театр или в кино предпочитаешь ходить? Ну да, бывает. И в кино, и в театры, да? Ну тогда расскажи, в театр крайний раз ты на что ходила? Что смотрела в театре? Ну, я смотрела «Любава и царь цвета», «Финес ясный сокол». Ну, больше я не помню. Умница. Но то, что ты говоришь правду, я в этом убедилась. И в этом ты молодец. Спасибо большое за то, что поговорила с нами, дала интервью. И, конечно же, удачи тебе. И сегодня ждем твоего выступления. Спасибо.